Ты чья? Я дочь Туакпая. Батагос? Вот ты какая. Где Оскар? Ты звенишь, как серебряный колокольчик на шее верблюжонка. Ты вся, как нежный верблюжонок. Зачем же твои глаза смотрят вслед улетевшему беркуту? Верблюжонок должен бежать за верблюдом. Верблюд поведет тебя на сочные пастбища и луга. Где Оскар? Вернется. Оскар, он не любит тебя. Вот так, Гос. Красивое имя. Эти глаза... Глазищи. Они ждут ямщика, да? Я завидую ямщику. Кто он тебе? Муж. Жених? Он у меня ямщик. А им, как всегда, плохо. Летом пыль, осенью дождь, зимой буран. Вот и сейчас он в степи. Ну, а я нравлюсь тебе? Нет. Ах, вот как. Так, я не нравлюсь тебе. Ах, ты степной бесенок, не нравлюсь? Кто? Нет. Не надо, Мерза. Пожалуйста, не надо. Не терзай себя напрасно, слышишь? Я люблю тебя. Его повесят! Нет! Неправда! Господа, грядет новый 1913 год. Мен қазақпын. Сондықтан қазақша сөйлегенім болмаса, патшағзамға орысша қызмет етемін. Я казах и говорю по-казахски, но служу своему царю и отечеству по-русски. Хитрая шель. Азиат. Алыстағы Петербург. Ты был в гостях у царя. Ты все можешь. Дай нам умереть на своей земле. Дай нам умереть на своей земле. У вас нет своей земли. Нет! Ее хозяин царь. Я слуга царя. Ты все можешь. Нет! Аллах выше царя. Я слуга царя. Он спросит с тебя, что ты ответишь ему, мусульманин? Нет! Что ты ответишь ему, мусульманин? Я слуга царя. Что ты ответишь ему, мусульманин? Анин. Что ему нужно от меня? Что ты ответишь ему? Смирить свою гордость, пожалеть себя, мать и весь твой несчастный род танатарцев. Что ты ответишь ему, мусульманин? Лучше смерть. Ленин. Скажи ему свое слово. Уйдите от меня, безумные старухи! Батагос! Апа, не покидай меня. Вот кто принес нам несчастье. Твое упрямство погубило весь наш род. Спаси нас. Уйдите от меня. Твоя дочь вскружила голову едва, и он обезумел от страсти и обрушил на нас свою ярость. Отдай ему девчонку. Спаси нас. Спаси Аллах, нас. Будь проклятый твой. Безумные старухи. Батагос. Будь проклята твоя красота. Пусть хлебом твоим будут камни. Проклятье тебе. Проклятье. И ты оставил его в беде. Оскар, теперь ты мне веришь? Верю. Бата. Милая, дорогая, сейчас я позову Алёшу, он расскажет, как это надо сделать. А угадай, Алёшенька, кто её муж. Ни за что не угадаешь. Ну, что ты так смотришь, Бата? Оскар Досанов. Ах, попалась птичка с той, не уйдёшь из сети, не расстанемся с тобой. Не так, не так. Вы ученица сестры
И она не научила вас обращаться с фруктами. Нет. Не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой ни за что. Алёша, что ты делаешь? Подумай. Ты же русский офицер. Был. Был, а теперь я ничто. Нуль. Ну, будешь рассказывать, а? Врешь. Ты с ними. Солдаты, стойте! За кого вы кровь проливаете? Что ты теперь ответишь своему народу? Вот бумага. Теперь ты мне веришь? Верю. Бата.